Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Вы когда-нибудь задумывались над поразительно сложным миром растений и грибов, которые окружают нас практически везде? Сегодня я расскажу, что такое микоризы. Это не будет обычным банальным видео. Я постараюсь объяснить вам сложные биологические процессы на простом языке. Еще с очень давних времен люди обнаружили, что существуют грибы, которые растут возле определенных видов деревьев, например, подосиновики, подберезовики и так далее. И только после изобретения микроскопа люди нашли невероятную связь между царством растений и грибов. В дальнейшем ученые обнаружили грибной мицелий на корнях многих деревьев и кустарников. Этот мицелий настолько плотно облегает корни, что они даже не соприкасаются с почвой. Оказалось, что это симбионт, и питание поступает корням через грибы. Это своего рода такое взаимовыгодное существование растений и грибов. Микориза в дословном переводе – это гриба корень. После внесения препарата в землю возникает образование между корневой системой растения и грибками. И сейчас я расскажу, какую пользу это дает нашим посадкам. Вся магия заключается в том, что эти обволакивающие корни микоризные грибы гораздо тоньше, чем корневые волоски растений. И в связи с этим они отменно проникают даже в малую песчинку, а оттуда вытягивают все ценные вещества, отдавая их растению. Эти грибы способны расщепить огромное количество нужных растению веществ, от растительных остатков до гуминовых кислот. Грибница способна передавать растению как микроэлементы, так и основные элементы – калий, фосфор и азот. Грибы дадут растению столько питания, сколько обычные корни не смогли бы взять из земли. Поэтому растения, усиленные микоризой, в большинстве своем случаев не нуждаются в дорогостоящих подкормках. Они крепкие на вид, реже болеют и дают хороший урожай. Ведь даже на скудные по питанию почвы грибы передадут растению максимум элементов для роста. Еще два важных момента, о которых необходимо сказать. От симбионтов растения также получают воду, поэтому даже в засуху урожай будет значительно выше. Ну а также грибы выделяют большое количество природных антибиотиков, таким образом защищая растения от болезней. Если в вашем садовом магазине нет микоризы, то не расстраивайтесь. Я оставлю ссылочку в описании под видео и можно заказать на Яндекс.Маркете. Помните, что микориза жива, пока живет растение. Причем у многолетних растений грибки живут долгие годы вместе с хозяевами. У однолетних всего один сезон. Вносить микоризу можно как при посадке, так и в процессе вегетации. Главное, чтобы земля не пересохла спустя пару недель после внесения грибков. Микориза хорошо сочетается с поливами, СЭМ-препаратами и триходермином. Союз грибков и растений позволяет на 70% снизить количество вносимых удобрений, а о таком ценном препарате попросту умалчивают. Ведь если использование этих грибков войдет в обиход, то непроданными останутся тонны минеральных удобрений. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!